Так, Юпитер. Странно, видел я только что спутник Титан. Правее и выше, вот как раз по направлению колец. В окуляр я его видел. А вот сейчас при настройке. А сейчас даже в окуляр не вижу. Очень странно. Так, 1 380 000 000 километров. До этого красавца. Сейчас попробую резкостью чуть-чуть поиграться. И как всегда прихожу к выводу, что лучше бы этого было не делать. Все. Вот, ну все. Сейчас я в уголочек заведу Сатурн, и дальше пускай он сам выползает. Далеченько. Ай-яй-яй. Мягкая земля, чуть-чуть штатив. Двигаешь, и он проваливается. Странно, почему Титана не видно. Ладно, полетели к Юпитеру, наверное. Так, это луна слева. А вот это Юпитер справа. К луне мы еще вернемся, конечно. Ну все, уже довольно темно. В принципе, я уже час снимаю. Интерес был заметить. Так, это во сколько я замечу на вечереющем небе Юпитер. Ну что-то мне совсем резко здесь не нравится. Засветка. Слева от Юпитера Европа и спутник Ио. Справа был Ганимед. Мы видели, Каллисто вряд ли видели. Абсолютный штиль, и это хорошо. Поехали к Луне коротенько. И попробую другие света чувствительности настройки. Может, все-таки хоть сегодня сниму. Это внизу окружная Харькова, а не звездопад августовский. Ты моя красавица. Ты ж посмотри, какая ты красавица. Кратер Платон. Пятый раз его здесь сегодня называю, по-моему. 100-километровый. И пошли к Аристарху. И вот Аристарх слева. В левом верхнем углу. Да, все-таки какое-то сияние есть. Кажется, что небо абсолютно чистое, но это не так. Дымка, испарение явно мешают. Ладушки, что у нас? 20.07 по Киеву, в Харькове.
30 августа 2020 год. Закатное небо на фоне Северного Салтака. Пошли дальше.